Братва на связи, приветствую тебя из замечательного Монте-Карло, где по-прежнему отличная погода и по-прежнему улыбки на лицах людей почему-то не пропадают. В очередной раз убеждаю, что случайности не случайны. Приехав сюда, в Европу, на обучение, встретил своего давнего выпускника Михаила Шабанова. Миш, привет. Привет, Антон. И что для меня было на самом деле очень и очень приятно, потому что, насколько мне память не изменяет, когда мы с Мишей виделись последний раз, дело как раз было в сентябре 2011 года. Именно тогда Миша проходил Спарту. Миша тогда еще работал в какой-то из московских государственных организаций. Она уже полугосударственная. Полугосударственная организация, занимался проектированием серьезных сооружений. Вроде как работа тоже была неплохая, но Миша за границу выезжать не позволяла. А сейчас в таком самом месте, в такое самое время, когда встречаешь человека, понимаешь, что, наверное, в его жизни что-то кардинально поменялось. Но у тебя что после Спарты? После сентября 2011. Что у тебя поменялось в жизни? Поменялось на самом деле очень многое. Не поменялось. Вот это слово поменялось. Понимаешь, само не меняется. Видишь, ты же менял. Согласен. То есть, я поменял работу. Я поменял окружение людей, с кем я постоянно общаюсь, потому что все уже это знают, что окружение тебя очень сильно влияет. То есть оно либо может тянуть тебя вниз, либо поднимать вверх. И я выбрал окружение, которое тянет меня вверх, с кем я постоянно общаюсь. Плюс после тренинга ушло очень много страхов, таких как, я думаю, это у многих. То есть боялся драться, боялся знакомиться с девушкой, боялся тренировать. По поводу вот боялся драться, что сейчас есть у тебя, сколько ты боев провел? Только на Спарте у меня уже 4 боя, плюс открытые турниры были, провел, получается, еще 3 боя. Ты еще и бился по боксу, да? Да, по боксу. Ты до Спарты боксом занимался? Да, занимался, но не выступал, потому что боялся, потому что как так, могут тебя там побить, это реально страшно. Так ведь могут и побить. А если боишься, то и побьют. Это интересно, это здорово. А чем ты занимаешься сейчас, что составляет твою профессиональную деятельность после того, как ты ушел с инженерного поприща? После инженерного поприща я выбрал работать у нас консалтинг с Николаем Рачковским и работал непосредственно с Дмитрием Чхвасом. Что могу сказать, что... Объясни, люди, которые будут смотреть это видео, 90% скорее всего не знают ни финанс-консалтинг, ни Николая, ни Дмитрия Чупанцева. По факту, чем ты сейчас занимаешься, что тебя кормят? Ну, насколько это тот выбор, к которому ты хотел прийти? Хорошо. Буквально два слова расскажу. То есть я работаю в финанс-консалтинге в отделе продаж. И за 3 месяца я уже вырос из обычного менеджера к старшему менеджеру, плюс также возможность обучаться за границей, то есть в автомобильном бизнесе. То есть команда финанс-консалтинг дает такие возможности для обучения. Продавали финанс-консалтинг. Ну, действительно, наверное, если хотите попробовать реализовать себя в отделе продаж, есть такая организация, занимается развитием, продвижением инфобизнеса и помогает людям, учит людей зарабатывать деньги и строить собственный бизнес. Я думаю, всегда можно попробоваться. Михаил тоже когда-то, наверное, зажегся, попробовался, и сейчас вырос уже старшего менеджера. Ну ладно, по работе понятно. С девушками что изменилось? С девушками ушел страх. Общение появилось, больше открытости в отношениях. Плюс после тренинга, буквально через 2 недели, можно сказать, случайности не случайно, но познакомился с очень классной девчонкой, и это было очень яркое событие. Хорошо. Такого до тренинга... Ты рассказывал, кстати, я помню. То ли писал, то ли рассказывал. Я тебе сразу же позвонил после этого, чтобы сообщить, потому что говорю, что тебе всегда приятный результат, который делают ученики, и это тебя мотивирует. Ну да, парни, кстати, те, кто... На самом деле, это видео я пишу не для тех, кто...
еще не проходил тренинг Спарта, возможно, вы его никогда не пройдете, в вашей жизни и так все будет замечательно, да это Боже. Это видео я пишу для всех тех, кто тренинг Спарта, свою Спарту уже прошел, и для тех, кто почему-то в своей жизни не выбрал отработать на 5 из 5, те замечательные цифры, помните? Не выбрал отработать на 5 из 5 все те навыки, знания, все то понимание, которое у тебя после Спарты появилось. Потому что, по сути, ну, то, что я мог тебе передать, тогда я, наверное, передал в тот самый момент. И мне действительно очень сильно приятно, когда ты выбираешь позвонить через полгода, год и сказать, что спасибо тебе, Бритва, вот за это, за это, за это. Я сделал это. Ну или дать мне достойную обратную связь и сказать, тренинг был говно, ты как тренер мудилов. И как бы верните мне мои деньги назад. Такие звонки я тоже принимаю к осмыслению и думаю, что действительно я делаю не так. Как-то вот так. Так что вперед, развиваться. Я надеюсь, что однажды где-нибудь с тобой совершенно случайно мы пересечемся тоже в Сан-Тропе, Монте-Карло или где-нибудь в Рио-де-Жанейро. Ну или, по крайней мере, это зимой можем где-нибудь встретиться в районе стадиона Люмпини в Таиланде. Здесь как жизнь занесет. Антон Бритва был на связи, Михаил Шабанов. И хороших, и выдающихся тебе результатов в твоей жизни. Пока.